После 2010 года проведена в целом большая работа по недопущению пожаров в лесах и переходу пожаров из леса на жилые строения садоводческих товариществ достаточно большая. Это проводили работу и главы городских сельских поселений, председатели садоводческих товариществ. Вот. Все это проходило под нашим, так сказать, руководством и помощью. Большую работу проделала администрация Одинцовского района в этом направлении. Ну и вот как результат, вот получается то, что у нас после 2010 года планомерная работа, она позволила добиться того, что в текущем году не было допущено ни одного лесного пожара. Вот, и, естественно, не было переходов и не было пожаров от пала травы, чтобы сгорали у нас строения, дома, дачи. Вот этого не было допущено. Все-таки 2010 год был таким, так сказать, знаковым годом и послужил точкой отсчета. Люди задумались над вопросом обеспечения пожарной безопасности и, в общем-то, потрудились сделать так, чтобы обезопасить свое жилье, обезопасить леса наши от пожаров. Ну и цифры сами говорят за себя. Вот, допустим, на сегодняшний день в Одинцовском районе зарегистрирован 201 пожар. В прошлом году был 241. То есть на 40 пожаров меньше. Это очень большая, так сказать, вот цифра по снижению количества пожаров. Очень большая. Значит, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 14 погибших. В прошлом году 23 было погибших. Тоже практически это 9 человек. Значит, травмировано 9 человек. В прошлом году 27. Это такие весомые показатели. Вот. Ну и за каждым показателем это вот 40 пожаров, это 40 жилых домов сохранено, это 40 семей не лишились крова. Значит, 23 погибших и 14, это 9 человек сохранены жизни. Это родители, бабушки, дедушки, дети. Это вот, понимаете, жизни, они неоценимы. Так сказать, нельзя на экономическую, так сказать, составляющую переложить и оценить.